Лего. Любимые игрушки. В одном прекрасном городе жил очень сильный, очень справедливый, очень хороший полицейский Ганс. И был у него верный напарник и помощник, его пес Рекс. Однажды, когда Ганс и Рекс после очередной проверки безопасности города возвращались в полицейский участок, к ним забрался зловещий вор. «Ха-ха! Меня не заметил ни Ганс, ни этот его пес Рекс. Сейчас я сломаю эту дверь и буду самым богатым в городе!» «Ха-ха! До свидания, Ганс!» «Стоять! Тревога!» Ганс хотел сразу отправиться в погоню за злодеем. Но сначала ему надо было исправить то, что сломал этот воришка. И Ганс начал приводить в порядок полицейский участок. Он восстановил все стены, прочную дверь, крышу, лестницу и даже вернул видеокамеру, которая и днем, и ночью вела наблюдение. Ганс приказал еще двум полицейским отправиться в погоню за злодеем. Когда Ганс отправился в погоню, он увидел на дороге монеты из хранилища полицейского участка. Ганс сразу понял, что в сумке у вора дырка, через которую эти монеты высыпаются на дорогу. Еще вор разбросал по дороге камни, чтобы никто не смог его догнать. Но Ганс ведь необычный полицейский. Он суперполицейский. Он ехал по дороге, увиливая от преград, и собирал сворованные монеты. «О, добрый день, миссис Маргарет. Вы не видели мужчину в белой рубашке в полоску и серой шапке?» «Нет, Ганс, не видела. Ой, мой котенок!» «Миссис Маргарет, я верну вам вашего котенка, слово полицейского». «Как здорово, как чудесно!» «Ждите, мы скоро будем». «Удачи!» И вот Ганс продолжил погоню. Теперь он должен был найти воришку, вернуть все сворованные деньги, объехать камни на дороге и еще к этому всему найти котенка миссис Маргарет. Но и даже такое количество задач не испугало Ганса, ведь он все-таки суперполицейский. «Слушай, пойди столкни этот камень с нашего пути». «Да ты что? Это нереально!» «У меня есть идея!» «Ой, мамочки!» «На старт! Внимание! Марш!» Моя идея провалилась. «Я так и знал! Я так и знал!» «Привет, ребята! Почему такие грустные?» «Да вот, смотри сам, Ганс!» «Так-так-так, надо подумать. А что это у вас там? Это же детали от крана». «Запоминайте, как сложить этот кран. А то вдруг опять будет такой камень на дороге, а вы ничего не сможете сделать. Сначала прикрепляем боковые стенки. Далее устанавливаем верхнюю часть. Потом мелкие детали. Устанавливаем верхнюю часть. Теперь лестницу. Устанавливаем верхнюю часть. Еще мелкие детали.
и в самом конце камень. Эй, там внизу, разойдись. Какой мощный камень. Ну ничего, я не сдамся с первой попытки. Получилось. Пока. Этот Ганс действительно суперполицейский. Ты как считаешь? Да, конечно. И вновь Ганс отправился в погоню. Чем дальше он ехал, тем сложнее и сложнее была дорога. Сбоку были обрывы, но Ганс никогда не сдавался. Поэтому он продолжал двигаться вперед, собирая разбросанные монеты и объезжая преграды. Вот Ганс доехал до очень красивого дома. Он подумал, что надо остановиться и спросить, не видели ли здесь воришку. Есть кто дома? Добрый день, Ганс. Мяу. Ты не похож на кота, миссис Маргарет. Элен, вы не видели здесь незнакомца в серой шапке? Нет, Ганс. Ну, пока. До свидания. Ганс дальше поехал по следу, который за собой оставил вор. По дороге он собирал монеты и объезжал препятствия. Из разбросанных камней ему было очень-очень тяжело ехать. Но Ганс не привык сдаваться. Ганс – суперполицейский. И тут Ганс услышал, как его машина затарахтела, застучала, запрыгала. Но суперполицейские в таких ситуациях не сдаются. Ганс схватил свою машину, поднял ее и побежал дальше по дороге. Как хорошо, что станция техобслуживания оказалась совсем рядом. Фух, еле донес. Добрый день. Уважаемые, вы не видели мужчину в белой рубашке в полоску и серой шапке? Нет, не видели. Зато я видел. Всем пока. Моя машина! Стоять, полиция! Ты от меня не уйдешь. Ганс отправился за машиной воришки. Но вор ехал быстрее, так как Гансу еще приходилось собирать монеты на дороге. Стой, стой! Что случилось, Элен? У меня сбежала кошка, а может ее украл вор? Не волнуйтесь, Элен, уже к вечеру ваша кошка будет дома. Спасибо, Ганс, я очень буду ждать. Ох, суперполицейский. Ну что за день сегодня такой? Все проблемы случились именно сегодня. И бывает же такое. Ну ничего. Сейчас я догоню этого вора, найду котят и поеду домой. Вы только посмотрите, какой упрямый этот вор. Ну теперь точно попался. И вот Ганс все-таки поймал воришку. Теперь быстро отвечай, где котята? Не брал я никаких котят. Признавайся, где остальное золото? Сейчас я вытрясу из тебя слова. О, да я и золото из тебя вытрясу. Вот так, вот так. Рекс, подожди, не спеши. Я не могу так быстро бегать. У меня две ноги, а не четыре лапы, как у тебя. Рекс, что ты там ищешь? О, котята! Элен, мисс Маргарет, смотрите, кого мы привезли. О, это же наши котята! Вот так и закончился
обычный рабочий день суперполицейского по имени Ганс. Все были очень счастливы.